Сегодня днем бердские пожарные были подняты по тревоге. На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в трансформаторной будке по адресу Ленина, 94. Как сообщил исполняющий обязанности начальника 5-го отряда противопожарной службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Тихон Фроловский, прибывшие на место пожарные зафиксировали короткое замыкание предохранителей, вызвавших задымление, без дальнейшего возгорания. В результате происшествия пострадавших нет.